Всем привет! В этом видео я вам хочу показать, как делается вот такое вот простое народное средство от комаров, мошек и других кровососущих насекомых. Средство очень надежное. Если вы собираетесь в лес, то оно вам обязательно пригодится. В этом году мошкары у нас немерено, поэтому без вот такого вот тюбика обойтись в лесу практически невозможно. Пользоваться очень просто. Чуть-чуть наносите на открытые участки тела и размазываете. И никакие насекомые, поверьте, вам уже будут не страшны. Вы будете смело гулять по лесу и забудете об укусах и о том, что вас кто-то может съесть. Сейчас я вам покажу старый, проверенный годами способ, как себя защитить летом в лесу или там на рыбалке от мошек, комаров, гнуса, ну и так далее. Этот способ еще со времен СССР, на самом деле он очень простой. Для этого нам потребуется 50 грамм водки, заливаем в какую-нибудь емкость. И также потребуется щепотка гвоздики, где-то примерно чайная ложечка на 50 грамм. Засыпали, закрыли плотненько. Ну и вот в таком виде оставляем на 7 дней, можно даже на 10. Затем можно перелить в какой-нибудь бутылек из-под спрея и брать с собой в лес, на рыбалку, на охоту, в поход, ну и так далее. Итак, с момента, как я поставил настаиваться гвоздичку на водке, прошло чуть больше 7 дней. Вот смотрите, какого цвета она уже стала, настоечка эта. В принципе, она уже готова. Завтра я собираюсь ехать за грибами в лес, и поэтому завтра она мне уже пригодится. Применять ее можно просто в этой же емкости. Достаточно обмакнуть палец и натирать открытые части тела. Это руки, лицо, шею там, ну и так далее. Также можно перелить ее вот в такой вот флакончик, что-то типа спрея. Я это так сейчас и сделаю. Вот и все, друзья, теперь смело можно идти в лес, не боясь, что вас будут грызть насекомые. Средство проверенное, им пользовались еще с давних времен, очень хорошо себя зарекомендовало. Если в начале видео вы видели, меня атаковали мошки, вот сейчас я побрызгался, и как видите, вот они пытаются подлететь, сесть на меня и тут же убегают. Так что средство отличное, пользуйтесь на здоровье. Ну а на этом у меня все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите обязательно что-нибудь в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.